Желание очень интересная штука, потому что, как мне кажется, когда я о нем начинаю думать, оно выглядит как своего рода портал. То есть о желании очень трудно говорить в каком-то таком научном, что ли, термине, да, который более-менее четкий или который имеет такое жесткое научное применение. Вот. Но это очень удобный инструмент мышления. И, собственно, да, вот так о нем мне захотелось немножко поговорить, как своего рода портале, который одновременно открывается в разные стороны и дает доступ к таким вот нескольким идеям, которые являются центральными для психоанализа. Итак, значит, тот текст, да, в котором впервые появляется слово «желание», это работа Фрейда «Толкование сновидений». О чем там идет речь? Фрейд открывает факт, что, оказывается, сновидение, то есть то, что нам снится ночью, и то, что можно рассказать, это что-то, что можно толковать или интерпретировать. Что значит толковать и интерпретировать? Толкуем и интерпретируем мы что-то, что скрывает за собой некий смысл. Например, любое слово обладает смыслом. Этих смыслов много. И в этом смысле любое слово может значить все, что угодно. И мы знаем, что слово порой значит очень конкретные вещи, несмотря на то, что вообще-то, как я уже сказал, и на этом играет поэзия, любым словом можно выразить все, что угодно. Так вот, слово какое-то конкретное значит очень конкретную вещь в том случае, если возникает контекст. Что значит контекст? Контекст – это когда слово оказывается вписанным в какую-то фразу, то есть оказывается соединенным с другим словом. Или, говоря языком лингвистики, когда слово как означающее оказывается связанным с другим означающим. Теперь попробую это применить к сновидению. В случае сновидения, используемого Фрейдом, происходит абсолютно то же самое. То есть пациент рассказывает сон, который сам по себе ничего не значит, который является какой-то глупостью, абстракцией, прежде всего для него самого. Но он рассказывает его Фрейду, сидящему напротив него, в психоаналитическом кабинете, и рассказав его Фрейду, который его внимательно слушает и который задает более того вопрос, зачем вы мне это рассказали, что значит то, что вы мне рассказали, вдруг оказывается, что этот сон, и это удивляет самого сновидца, что-то значит. То есть он порождает его собственные идеи, ассоциации, мысли, которые он рассказывает Фрейду. То есть, если угодно, возникает очень специфический диспозитив, в котором сна не существует как такого отдельного явления научного, а сон – это, если угодно, причина разговора двух людей, анализанта и аналитика. И оказывается, благодаря вот этому диспозитиву, благодаря наличию этих двух людей, сон вдруг начинает обладать каким-то значением, порождает какие-то мысли. И Фрейд в своей книге делает заключение, что в конечном итоге сон – есть не что иное, как изображение того, что он назвал словом «желание». Желание бессознательное. Что значит бессознательное? Бессознательное – это значит то, что имеет проблему в том, чтобы появиться в речи. Бессознательное – это когда это нечто присутствует в моем бытии, но у него есть проблема в том, чтобы быть высказанным в речи другому. И таким образом это такая штука, желание, которая не может быть высказана как по желанию, как мы это делаем в нашей обыденной жизни, когда я говорю «я желаю это» или «я желаю то», «я желаю чашку кофе», «я желаю свою женщину». А это что-то, о чем можно говорить, так и не имея возможности это высказать, поставив в точку. И именно поэтому Фрейд скажет, что в этом смысле толкование сновидения – это бесконечный процесс. То есть любое сновидение является поводом для толкования, но это толкование никогда не полно. То есть бессознательное желание как бы подразумевается, и оно является причиной вот этой речи анализанта, адресованной аналитику, но которая никогда не может прийти к какой-то четкой завершенной формулировке. То есть это некий бесконечный процесс. То есть тем самым Фрейд подразумевает о том, что существует некоторое такую вещь, как бессознательное желание, которая является причиной речи, но которая не может быть высказана.
И в этом смысле, напомню о диспозитиве, есть анализант, есть аналитик и есть сновидение, которое анализант принес своему аналитику. Здесь сновидение становится причиной работы, у которой есть результат. Результата у этой работы два. Первый результат – это то, что появляется, то, что Фрейд назвал бессознательное желание, как, собственно, да, результат работы толкования. Но есть и еще второй результат, о котором скажет Жак Лакан. Вторым результатом будет субъект бессознательного. Что это значит? Это значит, я, как простой смертный, рассказывающий свое сновидение аналитику, слушая себя, слушая собственную интерпретацию, начинаю открывать в самом себе кого-то другого, который движен очень, очень странными желаниями, который является носителем того, что Фрейд назвал бессознательное желание. И вот этого странного персонажа уже другой аналитик, Жак Лакан, назовет субъект бессознательного. И таким образом я, как субъект бессознательного, являюсь как бы продуктом этого диспозитива, то есть присутствием аналитика напротив меня. Есть вторая формулировка, довольно странная в работе толкования сновидения. Первое я уже привел. Это то, что сновидение является изображением бессознательного желания. Вторая формулировка более странная. Это то, что сновидение является галлюцинаторным удовлетворением желаний. Это очень странная вещь, потому что здесь присутствует слово удовлетворение. Какое, черт возьми, удовлетворение может принести галлюцинация? Какое удовлетворение может принести сновидение, если сновидение представляет собой всего лишь образ? Почему мне кажется это странным? Потому что мы привыкли слышать слово удовлетворение, тем более из уст врачей, а Фрейд был по образованию врач, как что-то, что связано с телом. То есть, когда мы говорим об удовлетворении, мы привыкли говорить удовлетворение потребности, удовлетворение организма, удовлетворение тела. Как образ может удовлетворить тело? На этом Фрейд очень много играет. И, собственно, да, это является квинтэссенцией, да, вот этого вот работы толкования сновидений, потому что, забегая вперед, скажем, что в 1905 году Фрейд уже откажется от использования слова «желание», перейдя к слову «влечение», по-немецки «триб». В чем специфика влечения? Оно немножко похоже на желание, о котором мы только что говорили. То есть это тоже что-то, что, о чем мы узнаем благодаря работе толкования. Это что-то, что никак не может предстать в едином таком высказывании, а что является причиной того, что приходится говорить, приходится проделывать вот эту работу по интерпретации, и которая распознается как бы между слов той речи, которая рассказывается пациентам-аналитикам. Когда мы говорим о влечении, здесь очень сильный акцент делается на удовлетворении. Почему? Потому что влечение у Фрейда представлено в виде некой силы, которая есть сила, направленная в сторону удовлетворения. То есть влечение – это что-то, что стремится удовлетворить себя. Но это такое стремление, которое никогда не достигает результата. То есть все пути, которые мне открыты в моем бытии в попытке удовлетворить мои влечения, приводят лишь к частичным удовлетворениям. Я никогда не получаю то, что я ищу. И как бы остается всегда зазор между тем стремлением, с которым связано влечение, и тем удовлетворением, которое я получаю. И как бы этот зазор, собственно, рассматривается Фрейдом как основная движущая сила душевной жизни вообще. И таким образом, возвращаясь к сновидению, да, о каком удовлетворении здесь идет речь и вообще можно ли здесь найти хотя бы талику удовлетворения? Фрейд дает свой ответ на этот вопрос.
И он говорит о том, что сновидение есть не что иное, как воспроизведение прежних опытов удовлетворения. Опять же, что здесь имеется в виду? Здесь можно вспомнить такой великий миф, что ли, психоанализа. Это история взаимоотношений младенца с матерью. Эта история всем известна. Речь идет о том, что младенец, который не может выжить в этом мире без другого, который нуждается в матери, который кричит, и на его крик приходит мать, предоставляя ему ответ в виде некоего объекта, который, собственно, и является истинным удовлетворением. То есть получается, что истинное удовлетворение, так и говорит Фрейд, связано с актом, и этот акт исходит от другого. То есть другой, мать, своим актом, своим ответом приносит удовлетворение ребенку. Со стороны же ребенка, с этого момента, остается всего лишь вот эта вот тенденция вновь и вновь пытаться воспроизвести этот опыт удовлетворения, парадигмой которого является сновидение. И тогда получается, что удовлетворение – этот процесс, в котором, как скажет Лакан в семинаре «Этика», субъект находится в абсолютной зависимости от другого. И тут у нас змея кусает за свой собственный хвост, потому что, помните, мы с вами начали с того, что диспозитив, да, вот то устройство, в котором происходит толкование сновидений, сводится к тому, что пациент рассказывает свой сон аналитику. И благодаря аналитику, благодаря тому, что есть слушатель, который интересуется не только самим сном, но и его толкованием, то есть тем, что этот сон скрывает, благодаря этому другому аналитику возникает, рождается субъект бессознательного. То есть во мне появляется еще кто-то, кто является носителем бессознательного желания и кто есть субъект бессознательного. То есть мы можем точно так же, как мы только что говорили об удовлетворении, сказать о том, что субъект бессознательного есть кто-то, кто тоже полностью зависит от другого. И в этом диспозитиве психоаналитическом этот другой представлен психоаналитиком. Но если говорить более общо, если говорить о человеке вообще, то этот другой, благодаря которому возникаю я как субъект, этот другой – это язык вообще. Это язык, на котором я говорю. И это не просто инструмент, и это не инструмент. Это причина того, что я появляюсь как субъект, и как тот, кто желает.